Подмосковные полицейские задержали двух мужчин в возрасте 25 и 33 лет, подозреваемых в совершении серии краж денег из терминалов. В ночное время злоумышленники отжали пластиковую дверь и незаконно проникли в продуктовый магазин, расположенный в поселке Дрожжино. Взломав информационно-платежный терминал, они похитили кассету, в которой находилось около 300 тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту следователям Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. За что задержаны сотрудниками полиции? Не знаю. Что они вам говорят? В чем они вас подозревают? Пока не понимаю. Вы причастны к совершению кражи денежных средств из терминала? Никогда. Вы ранее судимы? Да, было такое. По какой статье? Кража. Есть основания полагать, что мужчины причастны к 7 аналогичным эпизодам, совершенным на территории Подмосковья. Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.